Конкурсантки должны были отлично учиться в школе. Никифорова Александра, город Севастополь. Если бы у меня была возможность, я бы очень хотела встретиться с Анной Андреевной Ахматовой. Эта невероятно талантливая поэтесса была еще очень сильным человеком. После долгих обсуждений, подсчета конкурсных оценок, выяснилось, что в упорной борьбе победу одержала Александра Никифорова из Севастополя. Второе